Данное видео покажет, как можно будет опубликовать конкурсы, новые дополнительные конкурсы, как записать описание для конкурсов, как оформить сам заголовок конкурса, ну и показать, как можно будет подать заявку на конкурс. На данный момент появилась возможность задавать конкурсы по определенным категориям и создавать неограниченное количество конкурсов. Ссылка на конкурс пока что она не активна, и на сайте ее нельзя увидеть, но можно перейти вот по этой ссылке. В письме прикреплю. Главная страница конкурса. Если данная страница ведет на страницу, где будут проходить архив конкурсов и все активные на данный момент конкурс, например, архив и ваш ребенок самый красивый конкурс. Открываем конкурс. Я загружал тестовые фотографии, поэтому сейчас на сайте просто тестовая демо-версия фото. Это идет, получается, меню. Сразу под меню. Под меню. Это меню независимо от данного меню, и оно добавляется автоматически в админ панели. Сейчас до этого тоже дойдем. После меню идет сразу описание конкурса. Описание конкурса можно будет оформить под ваш вкус. Можно добавить сверху фото. Можно просто вместо текста сделать какой-нибудь красивый баннер. А потом сразу же ниже будут идти списки конкурсантов. Теперь далее в админ панель. В админ панели конкурсы, они выглядят так, список всех разделов. В самом низу есть модуль конкурса. Категория конкурсов можно создавать, вот именно здесь можно создавать сами конкурсы. Например, сейчас создана категория «Ваш ребенок самый красивый». Я сейчас создам еще дополнительную категорию, например, «Новый конкурс». Он практически похож на тот же, как бы, на тот же модуль, что есть в системе, модуль категории, только это уже управляет модулями конкурсов. Здесь выбираем так, имя, альтернативное имя, можно оставить одинаковым, остальное уже заполняется по желанию. И дополнительно вот расширенное описание категории, это то, здесь пишется то, что будет отображаться вот здесь. Вот. Так, я сейчас возьму, скопирую последнее предложение, чтобы можно было потом отличить. Так, новый конкурс и последнее предложение. Я просто вставил последнее предложение. Так, давайте по центру сделаем и загружу картинку какую-нибудь. Давайте вот, малыш. Загрузить файлы. Все, он загружен. И можно будет поставить сразу, например, по центру оригинал. Все. Сохраняем. Нажимаем вернуться назад. И сразу же можно будет посмотреть на сайте. Обновляем страницу. Вот, новый конкурс появился у нас. Никаких изменений в код, ничего. Просто появился сразу новый конкурс. Нажимаем. Как мы видим, сразу описание идет, картинка. Картинка, повторюсь, можно здесь сделать любой баннер. Красиво оформить баннер, который впишется в это окно. Думаю, пофантазировать и поставить что-то классное не проблема. Сразу же тут можно будет опубликовать. Так, в конкурсе еще никто не участвует. Нажмем «Участвовать в конкурсе». Имя участника. Имя участника будет тест в новый конкурс. Так, выбираем фото. Так, выбираем категорию конкурса, то есть новый конкурс. И фото конкурса. Нам нужно будет загрузить фото. Загрузили фото. И дополнительная возможность, то, что можно будет описать самого конкурсанта, например. Описание к
фото. Все, сохраняем. Сразу уведомление пишется, то, что успешно добавлена база. И смотрим новый конкурс. Чуть ниже спустимся. Это картинка. Картинку, еще раз повторюсь, можно будет заменить. Так, как видим, тест, новый конкурс. Все стоит, все нормально. Можно голосовать. Отлично. 5 звезд. И сразу же, если мы обновим страницу, то увидим голосов 1. Ну, в принципе, плюс данного метода, это он не будет попадать в новости. В новостях он никак не будет отображаться. Его тут нету и не будет. Все будет видно только... только через, через модуль конкурса. Вот. Дополнительно вы как администратор можете редактировать участников конкурса. Вот. Все это можно поправить отсюда через админ панель. Например, хотим на конкурс, тест, новый конкурс. Это все, если там не соответствует картинка, не соответствует описание или еще что-то, или злоупотребляют, там спамят, их можно будет просто выделить и удалить. Так, удалили. Можно сразу проверить. Если обновить страницу, то здесь не должно быть ничего. Вот, нету ничего. Все. Ну, в принципе, для... это я все объяснял именно для администратора, как это все будет происходить с администратором. Теперь давайте попробуем как обычный пользователь. Так, я сейчас открою окно, где я не авторизован. Так, вот. Пользователь, который не зарегистрирован на сайте, заходит, хочет участвовать в конкурсе, нажимает кнопку, ему сразу выходит ошибка, то что вам необходимо зарегистрироваться, чтобы участвовать в конкурсе. Пользователь регистрируется. Давайте я попробую авторизоваться через обычного пользователя и добавить фото на конкурс. Так, я открою новое окно, где я не авторизован как администратор. У меня выходит ошибка, что я не могу участвовать в конкурсе, необходимо зарегистрироваться, так, либо авторизоваться. Так, ввожу свой логин, тест конкурс, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Авторизуюсь, пишу имя участника тест конкурс, и ввожу, выбираю конкурс, какой конкурс, в каком конкурсе я хочу участвовать. Так, ну, например, будем участвовать в новом конкурсе. Выбираю картинку, которую мне необходимо загрузить. Так, вот, Baby Games. Да. Давайте посмотрим его. Картинка загружена. Фото и немного описания картинки. Фото. Baby Games. Так, все, отправляем. Успешно добавлено в базу. Только после проверки администратором данное фото будет опубликовано в данном разделе. Смотрим. Так, смотрим конкурсы. Вопрос ожидающей модерации. Так. Так, тут немного ошибочка, я это все поправлю. Так, проверяем. Модерация не стоит. Мы можем просто выделить полностью, либо прямо отсюда сразу посмотреть фото. Описание для фото, фото конкурсу. Все это можно посмотреть, перейдя в саму новость. Но если вы удостоверились, то, что это действительно подходит для вас, можно уже это все опубликовывать. Так, давайте опубликуем на сайте. Нажимаем выполнить. Все, массовая операция успешно выполнена. Вернуться назад. Смотрим, смотрим на сайте, есть этот конкурс или нет. Новый конкурс. Тест-конкурс. Все, он здесь на месте. Можно увеличить картинку. Ну, и проставить голос. Ну, в принципе, для пользователя не так сложно загрузить. Для него главное выбрать картинку,
выбрать конкурс, в каком хочет участвовать, ну и заполнить поля FIO и описание. Все. На этом как бы для него это будет достаточно. Для администратора, как бы, если итоги подвести, то из того, что видели, ну, думаю, тоже несложно. Достаточно просто перейти, например, к категории конкурсов, создать конкурс. Любой конкурс создать. Ну, и сохранить его. Все. Этот конкурс автоматически появится в списке меню. Здесь. Ваш ребенок самый красивый, новый конкурс, ну и так далее. Все, например, меню это можно будет подкорректировать иначе. Какие-нибудь разделы можно убрать. Например, этот же архив, если он не нужен будет для вас, можно убрать. Кнопку, например, участвовать в конкурсе тоже можно убрать и поставить в другое место. Например, сделать в виде кнопки, в виде картинки, в виде чего-нибудь. Либо даже можно здесь отсюда его убрать и ставить его под каждым конкурсом. Например, прямо на картинку сделать, чтобы при клике на картинку она переходила на страницу участвовать в конкурсе. Например, кликнул человек и перешло на страницу публикации. Ну, в принципе, сами конкурсы, список конкурсов, они будут в любом случае наверху публиковаться. Если их будет 10, то будет 10 конкурсов. Если будет 5, то будет 5. Но это тоже как бы не проблема выровнять, сделать так, чтобы отображалась только часть конкурсов. Или же отображалась, например, как в фотах. Как фото, только ну, можно было пролистывать их, чтобы не заполняло, не засоряло страницу. Ну, в принципе, часть именно отображения это реализуемая без проблем. Сама программная часть она намного сложнее. Иногда бывает, что программная часть занимает 10 дней, а отображение занимает 1 день. Ну, в принципе, все. Будут вопросы какие-то. В любом случае, они возникнут по ходу работы и отмечу данный модуль, он был переделан. Переделан, он предназначался для модуля вопрос-ответ. Я его переделал под категории, под конкурсы. Вот. Поэтому, если вы выявите где-то ну, что-то подобное, например, вопросы с ответами, вопросы с ожидающим адресом, сообщите, я все поправлю, изменю. Ну, в любом случае, это визуально для человека приятно видеть, что, чтобы все было нормально. Я все это понимаю, поэтому все правки без проблем. Ну, в принципе, все. До связи. Если что, пишите.